Здравствуйте, друзья! Меня зовут Юля. У меня есть свой канал про мою жизнь и мое похудение. Я худею с весом 89 килограмм и уже похудела на 13 килограмм. Я худею всегда и везде. В путешествиях, на работе и дома. Худейте вместе со мной, путешествуйте вместе со мной. Узнавайте много нового вместе со мной. Если именно вам не хватает мотивации начать свое похудение, изменить свое питание и просто нужна поддержка, заходите на мой канал. Ссылка в описании. До встречи! Правильно, отрабатывай. Калории. Вышли. Как? У меня нету калорий. Нету калорий. Исчезли. Все. На какой скорости бежишь? Максимальная. Максимальная? Да. Сколько уже бежит? Минутку. Минуту? Какая ты шустрая. Ближе к 12, вот сейчас детки уже подтягиваются. Я говорю, воскресенье все отсыпаются, ближе к обеду подтягивается народ. Массаж. Все как положено. Классно? Можно увеличить скорость. Пока здесь чуть-чуть болит. Чуть болит, можно отпустить чуть-чуть. Нормально так? Нравится? Да. Глаза только не закатывай. И не засыпай. Дети услышали, что принесли пиццу. Да. Синий зал. Не, пока, подождите все. Именинник. Сейчас тебе. Можно коктейли раздаем? Именинник. Родина у нас хотела. Оль. Именинник? А? Да. А, сейчас тебе Дима. Дадут, поставят. Может, я тебе скажу, что посадим, а вы тогда Диме. Подвинитесь, Диме. Ну ты и Люда. Ты тоже с трубочки пьешь? Так, надо, чтобы папа обслуживал. Папа, садись рядом с ним. Ага, вкусно? Клубничный коктейльчик. Да. Именинник одобрил. Ну что, поем имениннику? Да. А то все облизываются, пицца такая аппетитная, такая вкусная. Саша, Боречка. Боря. Борь. Сыночка, а ну оторвись от коктейля немножко. Оставляем. Мы хотим тебе песенку спеть. Маму слушай. Сына, тебе же сегодня 2 годика? Два? Да, 2. Правильно, 2 годика. И сейчас мы тебе споем красивую песню. Да? Поем? С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Борюсик! С днем рождения тебя! Понял, что ему поют, а? И кто первый кусок пиццы получает? Боря! Ты какой будешь? Боречка, дай сырный, думаю, ему положить где-то. Сырная есть. Вот это, да, сырная пицца. Да. Борюсик, и тебе большой кусок пиццы! Стой! Ручку. Приятного аппетита! Дети убежали, мы здесь сидим, общаемся. Хочу сказать отдельное о пицце слово. Мы как раз сидим, обсуждаем, насколько вкусную Супер Киди делают пиццу. Мы недавно в ленте одну из пицц купили. Настолько разница ощутимая. Вот прям, говорю, если пиццу покупать, то это в Супер Кит нужно ехать. Это с морепродуктами мы заказали. Сырная пицца, 4 сыра. С салями. О, с салями, кстати, первую умяли. Вы заметили, да? С салями пиццу первую умяли. С салями уже закончилась. И там с фаршем. Ты знаешь, я думала, маловато будет пиццы. Все? Ну, дети такие сытные пиццы, вкусные, мягенькие. Ой, нежные. Вот ребятам тоже сидят, понравились, да? Очень вкусные. Так что спасибо Супер Киду за хорошую готовку. В авиалинии пойдем. Ты хочешь сидеть именно рядом с ней? Нет, я буду управлять. Привет. Привет. А, давайте, у нас самолетчик. Кто управляет самолетом, 2 места. И первый займет места, кто первый сможет сказать, что такое самолет. Что такое самолет? Транспорт. Подожди, чем отличается? Ну, машина тоже транспорт. Чем машина отличается? Самолет летает по воздуху. Вы молодцы! Ты будешь идти теперь управлять самолетом. Просто. Кто такой пилот? Места для пилота. Головной убор, пилоточку. Кто такой пилот? Молодец, проходи. Анюта. Привет. Да подожди, я ж тебя не вижу. Привет. Вот я. Одеваем форму.
Понятно. Это кресло второго пилота. Ты первый или второй? Я первая. Понятно. Опа. Может вверх подниматься. Для этого нужно будет руль потянуть на себя. Совсем немного медленно руль на себя, и наш самолет будет подниматься вверх. Запомнили? То есть вместе надо. Да, это нужно делать вместе. Чтобы самолет опускался вниз, что будешь делать? Наоборот. Да, только очень медленно, так резко делать нельзя. Представьте, пассажиры там сидят, и вот такие резко вниз. Они могут ударить. Объясняет инструктаж. Анютя с Тимофеем, они у нас пилоты. Дядя Саша милостиво взял Борисыча на себя, да, сына? Сейчас пойдем снимем, как они взлетать будут. О, вы в кабине уже, ребята. Вот такой у нас самолет. Уважаемые пассажиры, наш самолет взлетает. Пожалуйста, займите свои места. Займем свои места. Уважаемые пассажиры. Давайте плавно ручки на себя. Плавно, плавно. Давайте вдвоем, Тимофей и Аня. Нравится? Пилоты? Да! Молодцы! А левая сторона? И куда мы едем? Почему нельзя? Давайте чуть-чуть вправо. Чего? Направо. Вправо. Ну, что-то не поворот. А вот я поняла. Земля, видите, раз наклонилась. Тихо, тихо, тихо. Тише, 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 тише. Не вправо. Спешим. Вправо. Чуть-чуть на себя. Ровнее, 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 ровнее. Чуть-чуть налево, чувак. Я так и это делаю. А куда садиться-то? Это Тимофей сам управляет. Вот именно. Тимофей, сади самолет. А куда? Можно я посажу самолет? Или посиди еще, подожди. Руль на себя. Садимся, ниже, ниже. Ниже, руль на себя. Чуть ниже, чё, и руль на себя. Ты хочешь управлять самолетом? Садимся. Чуть на себя руль. На себя, на себя. Все. Дерево. Вы совершаете посадку? Да, мы уже даже двигатели убрали. Опустили рычаги? Да. Молодцы. Я пытаюсь. И держим внизу. Максимально руль вниз и держим внизу. Держи вниз, вниз. Чё, уже не дергай. Не работает. Да. Работает. Только сел, все, держи его внизу. Держи вниз, 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 вниз. Вот видишь, я резко опустила, и он наклонился. Это что мы там держим? А, нет, я наоборот вниз прижимаю. Держи. Почему он улетает? Куда он улетает? Кто им рулит? А кто им рулит? Почему он вверх лежит? Ты ко мне приехал. Ка-ка!
девочки тут. Вот так, ей подойди. Ой, быстрее зеркало. Что ты с ней сделала? Нормально, видишь, это супер. Гина, привет. Это здравствуйте. Это супер. Это у нее зрачки, как у жабы? Нет, я знаю, вот зрачки, как у аниме. Дима, осваиваешь азы вождения? Ты освоился? Нравится тебе? Нравится? Молодец. Да, 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 играй, играй. Мы с Сашей решили партию в бильярд чмакнуть. Ну так, просто позабивать шары. Пока мамы разговаривают, и дети тут, все тут. Короче, мы тут решили 5 минут отдохнуть. Разбить? Нет, вот в ту дальнюю лузу 14. А было бы? Не, 14 в ту лузу. Не, я понял, я говорю, было бы. Это что за транспорт тут? Папа. Ты пришел со мной в бильярд играть? Привет, именинник. Мы развлекаемся во всю причем. И мы... Сейчас час 30, где-то уже так много людей в суперкиде. Подтягиваются. Выигрывает, да? Я за полицией тут езжу, чтобы появилась погоня. Обожаю. Ты за полицией едешь? Да, а потом когда погоня. О, все, погоня. Ты делаешь специальную ситуацию, чтобы за тобой гнались? Да, я полиция. Отлетела. Ты разбился. Высокая какая! Молодой человек, мне письмо должно было прийти, вы не проверите? Почему? Вы почтальон или кто вы? Ну так, выполняйте свою работу, пожалуйста. Бровченко Татьяна Сергеевна, нету письма? Нету? Нет. Ага, какой-то вы не дружелюбный почтальон. Вы знаете, что профессия почтальона подразумевает дружелюбие? Я сейчас не могу. Не можете? Все понятно, не быть тебе почтальоном.
что такое? Чем занимаемся, девочки? Массаж. Прическу. Прически делаете? Классно. Не трогай. Это твоя прическа? Здесь есть еще такой VIP-зал, караоке. Видно, тоже кто-то заказал его сегодня, потому что накрыто. Накрыт стол. Очень красивый. Потепали дальше? Пойдем? Пойдем папу искать, пойдем? Да, пойдем мороженку будем делать. Пойдем, будем мороженое кушать, идем. Ребята пришли, заработали множество суприков. И здесь за суприки можно делать либо мороженое, сейчас покажу, что здесь можно делать за суприки. Либо купить можно, либо заказать. Либо 150 рублей, либо 150 суприков. Пиццу можно самому приготовить и скушать. Хот-дог за 50 суприков или рублей. Гамбургеры. То есть либо за деньги купить, либо за суприки. Мороженку вот они будут делать. Мы попросили белое, чтобы без красителей было. И сахарную вату. Синуля, ты тоже будешь мороженку делать? Да. Конечно, это ж вкусно. Как в настоящем магазине. Все в очередь стали за замороженным. И тебе дадут, конечно. А ты уже половину сгрыз, а ну покажи, что ты делаешь. Дай посмотрю. Ты уже половину стаканчика почти сгрыз. А тебе в новый стаканчик насыпят мороженое. Подожди немножко. О, Анютка себе клубнично-шоколадным полила. Не я. Можно? Ну тебе. Да. Я себе тоже так полила. Давай, шоколадным. Тоже. Паша уже почти съел. А это, кто позаботится о Боречке? Пошла я в очередь тоже стану. Боречке шоколад сделаю. Ой, мороженое. Паша пошел себе еще клубничного взял. А ты какой полил? Шоколадный взял? Ай, вкуснотища. Пока папа пошел Боре памперс менять, я ему мороженое взяла. Сыночка, я тебе прямо сюда принесла. Давай. А ну-ка давай, твоя реакция. Вот тебе салфеточка. Будешь ручки вытирать. Будешь вытирать ручки. Вкусное мороженое. У Паши остались еще суприки, он обменял их на гематоген. Нет. Вова тоже меняет на что-то суприки. Вот тут магазин, можно суприки обменять на что-то там вкусненькое или игрушку какую-то. Вы знаете, очень нам понравился новый вариант. Особенно, когда вот честно, мы любим, конечно, играть и не в очень переполненном зале, и не в пустом. Вот как раз вот к 12 начали детки подтягиваться, стало более веселее. Сейчас прям все переполнено, к вечеру наоборот все переполнено. Поэтому самое классное время как раз-таки обед. Нам пора уходить, дети остались очень довольны. Боречка, вы видели его выражение лица, это вообще сказка, ему все понравилось. Пища была вкусная. Ребята одеваются, кто на что там поменял, кто мороженку доедает. Ребята, скажите, пожалуйста, вам понравилось? Это что у тебя такое, сына? Что это, Боря? Подарили подарок. Подарили тебе подарок такой? Это Дина подарила тебе. Это Дина. Сыночка, давай дома распакуем. Давай дома, сына, хорошо? Дома, мы хорошо будем раскроем. Одеваться, уже уезжать. Давай я положу, а ты будешь кушать мороженое. Хорошо? Договорились? Хочу показать здесь только фотографий. Очень много, прям целая арка с фотографиями. Вот такая. Вообще здорово. А тут, оказывается, даже потолок. Ку-ку, привет! Даже потолок зеркальный. Паша, привет! Тёма, Саша, привет! Привет, подписчики, зрители, друзья, знакомые, все, кто нас смотрит. Сниму для вас цены на посещение. Очень адекватные цены вообще. То есть, ну, сюда может прийти, позволить себе каждый. А вот это отдельно тоже цены. Не касательно суперкида, это за суперкидом тоже есть аттракционы вот такие, но мы на них не ходили. Вот все, чтобы сюда хорошо отвести душу, нужно минимум на 3 часа идти, но максимум это 5, на больше нет смысла, потому что, ну, 3-3,5 часа это самое адекватное такое время, когда дети и наиграются, и уже устают, и еще им не скучно, то есть хорошие воспоминания тогда остаются. Это по нашему опыту. Тебе понравилось? Все, значит праздник удался. Все, давайте, пока-пока.